Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну, скоро 8 марта, поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю вам всего хорошего, хороших подарков, хороших мужей, хороших сыновей и всего остальное. Ну и анекдоты на эту тему. То есть, одна спрашивает у другой, ну и что тебе это, что за подарок твой хочет сделать? Да он, говорит, спросил, Наташ, ты чего хочешь, телефон или сережки? А ты что? Так я же не Наташа, я Света. Ну и второй анекдот. Одна говорит, ну как 8 марта? Ну, женщина разговаривает на 9 марта. Как 8 марта отметила? Ну, сначала было хорошо. Сначала, говорит, цветы были, подарки, секс, все. А потом, говорит, пришел муж, и тут такое началось. Ну, а вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. И удачи вам. Пока. С праздниками.